Как, по вашему мнению, будут складываться отношения Армении с Евросоюзом после ее решения вступить в таможенный союз? Отношения будут складываться по линии торговли, о том, что вам хорошо бы плюнуть на этот Евразийский союз, что с нами лучше и интересней, и будет увеличиваться поток финансирования оппозиционных партий армянских через различные фонды и любых армянских фондов, которые пропагандируют европейскую идентичность, европейскую культуру и европейское там право, свободы. Поэтому, конечно же, это большое испытание для Армении. Но, с другой стороны, у Армении выхода-то нет никакого другого, потому что Европа никогда не даст Армении никаких гарантий. Они могут ее заявить, что они включают ее в какие угодно союзы, организации, восточное партнерство, но Европа никогда не сможет гарантировать Армении ее безопасность и суверенитет. Это может сделать только Россия, АДКБ и Евразийский союз. И армянское руководство и армянский народ это прекрасно понимает.